Всем добрый вечер. Сегодня у нас знаменательная дата. Сегодня у нас 11.11. Хорошие такие врата для того, чтобы подвести итоги. И сегодня у нас, посмотрим, как получится. На самом деле, у меня разные есть варианты, как я сегодня могу что-то рассказывать, что-то говорить. Сегодня мы с вами подводим итоги розыгрыша, да, который у нас был в Инстаграме. Чего? Сюда можно смотреть. Ну так я везде смотрю. У нас был в Инстаграме, и я вот напомню, во-первых, где он находится, этот Инстаграм. Вот здесь он находится, это для тех, кто не в Инстаграме меня смотрит. В Инстаграме тоже сейчас прямой эфир идет. А для тех, кто... Свет, если ты так будешь делать, то по мне все время будет ходить твоя тень. Хорошо. И это очень хорошо видно в камере. Короче, вот Инстаграм, кто не в Инстаграме, кто в Инстаграме видит меня непосредственно, да, соответственно, кто не в Инстаграме, я вам сейчас покажу, собственно говоря. Так, сцена, что у нас там в хроме, вот этот вот пост был, вот он, да, в Инстаграме. 10 лет, юбилей, выиграй обучение в Маяк, да, я, соответственно, вот ссылочку из этого поста скопировал специальный бот, который через некоторое время выдаст мне список подписчиков, и, соответственно, мы будем проверять, искать победителя розыгрыша. Ну, я сейчас прочитаю еще раз условия, чтобы все вспомнили, о чем там шла речь. И, соответственно, объявлять, кто это будет, проверять, там, выполнены ли все условия там, и так далее. Вот. А что там в посте было написано? Выиграй обучение в Маяк 2022. Это вот первый странный вопрос. Он до глубины души меня изумил, когда люди стали меня спрашивать, несколько людей переспрашивало. Типа, а это вы разыгрываете обучение в этом сезоне или типа в следующем сезоне? Ну, как-то здравый смысл подсказывает, что было бы довольно странно, правда, сделать розыгрыш в ноябре для того, чтобы зачислить вас на обучение в академии в следующем ноябре, еще через год, потому что мало ли что там через год произойдет. Конечно же, имеется в виду это обучение. Маяк 2022 называется, потому что обучение заканчивается и дипломы все будут выдаваться в 2022 году. Ну и, соответственно, это вот да, это вот то, что уже прямо сейчас началось, и то, что прямо сейчас можно влиться, и то, что прямо сейчас непосредственно будет происходить, а не то, что будет происходить через год. Это первый комментарий, который важный, и который нужно понимать, о чем идет речь. То есть, если сейчас вдруг вы окажетесь в числе тех, кто выиграл, и, соответственно, получите уведомление о том, что да, пожалуйста, приходите, то учиться придется прямо здесь. Вот, и значит, дальше в посте было написано так: нашей ясной академии в современном ее обличии уже 10 лет. Ну, там, я уже говорил, да, считать можно по-разному, можно считать сезоны, можно считать года. Есть у меня такая сувенирная маечка, на которой написано с 1998 года, потому что именно тогда у меня первый класс со студентами появился, с которыми я стал заниматься. Вот, ну, тем не менее, да, вот в неком таком раскладе, близком к тому, что я преподаю сейчас, действительно, академии уже 10 лет. То есть 10 лет все это мы оттачиваем, отрабатываем, откручиваем, и вот у нас там что-то есть, какая-то там такая раскладочка, да, которая, можно сказать, имеет некую непрерывную традицию. Вот, ну вот мы решили, было это неделю назад, 7-го, какого-то там числа, я уж не помню, да, когда этот розыгрыш там начался. А, 7 дней назад, да, все правильно, ровно неделю назад. Мы написали, что решили, что неплохо было бы отпраздновать это все вместе со всеми нашими любимыми подписчиками, слушателями и читателями. Вот. Ну, вообще, как вы, наверное, знаете, следя за моим характером, ну, я всякие такие там розыгрыши и прочую всякую развлекуху мне не очень хорошо получается делать, поэтому вы меня пожалеете, да, если я что-то сейчас сегодня сделаю не так, это просто потому, что это вообще не моя стезя абсолютно. Но при этом я понимаю, что это прикольная вещь. Что тот же Инстаграм, который у нас какое-то время назад там погиб и его восстановили, да, это хороший способ привлечь внимание, сделать так, чтобы люди зашли, обратили на это внимание, да, поучаствовали, порассказывали там и так далее. И так понеслась, да, мы празднуем, веселимся и разыгрываем несколько ценных призов. Условия розыгрыша были такие. Первое, написать в комментариях к этому посту «Хочу учиться в Маяк 2022». Вот, и тут, наверное, тоже стоит оговорить, да, что если вдруг случайно в качестве выигрыша выпадет комментарий, в котором не написано, что человек хочет учиться в Маяк 2022, то, ну, соответственно, комментарий в розыгрыше не участвует, это первое условие. Оно как бы очевидное, может быть, не такое очевидное, как могло бы быть, потому что, ну, теоретически никто ведь не запрещал там писать хоть 120 комментариев, да, я не видел, по-моему, не встречал, никто не писал по несколько раз «хочу учиться в Маяк 2022», но были люди, которые написали 5, там, 6, 7 комментариев. Ну, было бы несправедливо, да,
как бы их шанс там увеличивать кратно, просто потому что они написали много комментариев, с одной стороны, да. С другой стороны, не знаю, может быть, наоборот, пускай люди пишут много комментариев, да, типа, это круто, может, в следующем розыгрыше мы так и сделаем, что неважно, что вы написали, любой комментарий участвует. Но здесь было написано, вот, первое, да. Второе, подписаться на Инстаграм и канал в Ютубе, где также будут все анонсы. Ну, собственно, сейчас вы или в Инстаграме смотрите, или в Ютубе, или, возможно, где-то еще в какой-то соцсети, да, это не так важно, потому что все равно все остальные условия в Инстаграме прописаны, да, то есть пост, который я показывал, он находится именно в Инстаграме, а не где-то еще. Поэтому, соответственно, мы ищем там, именно там будем искать комментарии. Так, и что там, да, расскажи подробно в отдельном посте на своем аккаунте, почему тебе необходимо это обучение в Маяке. Вот мы там посмотрим, да, выполнены это условие, и продублируй в сторис с указанием ссылки на мой аккаунт. Вот, на самом деле, тут начал я читать посты, люди очень постарались, писали интересные тексты, да, поэтому я, наверное, еще отдельно посижу эти посты, полистаю, и потом я в конце скажу, будет на самом деле у меня такой бонус, подарок для всех, кто все условия выполнил, но не попал в число выигравших, тем не менее, для них тоже будет, в общем, некий маленький подарочек. Надеюсь, что он вам понравится, и надеюсь, что это будет как раз именно то, что вы отчасти хотели. Дальше мы написали, что первым 5 участникам, выполнившим все 3 условия, дарим курс «Как справиться с прокрастинацией». Именно так он называется. Ну, сейчас, соответственно, в списке мы увидим, что это за участники, кто там первые 5 были. В соответствии с тем, что мне бот инстаграмский выдаст. Я сейчас пока загляну, посмотрю. Ага, да, вот он уже мне тут сработал. Уже сейчас откроется ссылочка, я увижу всех участников. И дальше у нас был малый приз. Первый модуль Академии. Ясное пространство плюс альфа-модуль, то есть теория плюс сессия от супервизора. И это будет, ну, соответственно, мы будем по малости призов разыгрывать. Сначала самое простое, потом, значит, малое, а потом большое. Большой приз намного круче. И это у нас полный пакет обучения «Маяк практик». Теория, практика, супервизия по каждому модулю, прямо как описано, собственно говоря, вот здесь вот у нас на нашем лендинге. Я вот сейчас во всех соцсетях, кроме «Маяка», кроме Инстаграма показываю ссылку на посадочную страничку, ну, в Инстаграме вы ее видели, скорее всего, да, там она находится в таплинке. Соответственно, выбор победителей, я сейчас вот буду показывать экран, ну, и Света мне поможет, она будет показывать мой экран на компьютере, да, там специальный бот, который рандомно выбирает какое-то число, да, и, соответственно, мы потом смотрим, кто у нас под этим номером стоит в комментариях, и дальше проверим, выполнены ли все условия, прямо в прямом эфире, все по-честному, ну, и, соответственно, дальше уже мы с вами там свяжемся, и вы узнаете, как этот приз получить, да. Ну и вот как и написано было, 11 ноября в 20:00, то бишь сегодня, сейчас 20:10, в прямом эфире в Инстаграме, в Ютубе мы выберем победителя. Удачи, ждем не дождемся вас на занятиях в новом потоке нашей Академии. Так, ну вроде бы все проговорили, что-то еще нужно было сказать? Вроде бы все проговорили, так что в принципе можно залезать по ссылочке, которую мне дал ботик, и показывать экран. Так, значит, в Телеграме это ссылка, так, комментарии запрошенного вам поста доступные здесь. Открываем. Это, мне кажется, можно. А меня там видно, да? Да, пускай видно, ничего страшного. Так, я тут не один, но второго человека не видно. Такое бывает, да. Так, сейчас. Сейчас я покажу вам экран. Вот он, значит, так. Команда 3, ты мне мешаешь так. Вот, вот вы видите, собственно говоря, экранчик, да, здесь вот указан мой профиль, да, Олег В. Матвеев, вот, и у нас 92 комментария, да, и сейчас мы будем определять победителя, нажимать вот эту кнопочку, давайте сначала полистаем, посмотрим, можно даже покрупнее сделать, как это, вот так, покрупнее делать, ну, собственно говоря, покрупнее можно сделать вот для того, чтобы показать, кто у нас первые 5 участников, да, это вот Дмитрий З. Час. Ну-ка, давайте их пооткрываем, что ли. А можно здесь, интересно, открыть так, чтобы эта страничка не закрывалась? Можно. Так, вот первый. Вот, мы в этот раз, кстати говоря, не писали никаких условий на тему того, должен ли быть там, ну, типа, пустой аккаунт или не пустой. Ну-ка, что здесь написано? Выполнены все остальные. Здесь просто картинка открылась в страшном размере. Стремлюсь улучшать себя всеми способами, которые удастся узнать. Академия, я считаю, отличным твистом для этого. Так, а у нас какие там условия-то были? Они выполнены? Ну да, написать пост, почему он хочет. А, окей. Так, значит, зачет. Угу. Так,
Дальше смотрим. Да, следующее вот Мандарин Силк. Так, опять хопа, откроем. Это второй участник, который... У меня тут детектор CO2 говорит, что все, воздуха в квартире нету. Так, вот он, Мандарин Силк аккаунт. Не знаю, в каком тут аккаунт. В каком? Где последний пост? Посте смотреть. Да, давайте это откроем. И посмотрим. Это не он, тут ничего не написано. Тут про какую-то игру. Не знаю, что может быть здесь. Ну, значит, не выполнено условие. Значит, ну, я не знаю, сколько постов посмотреть. Нет, ну, да. Не выполнено. Не выполнено условие, да, не выполнено. Значит, закрываем. Так, следующий, это у нас, значит, один человек. Следующий у нас, хопа, Люда Жамиян или что-то такое, или Емиян. А YouTube подписку как проверять будете? Ну, YouTube подписку мы не будем проверять. Я думаю, что все, кому я интересен, они в YouTube и так с удовольствием меня смотрят. Так, а вот тут тоже, да, вот мы открываем. И чего мы тут видим? Просто цветочек видим, да, без всяких комментариев. Тут тоже цветочек. И тут тоже цветочек. Тоже получается? Да, значит, не выполнено. Значит, не выполнено. Видите, все оказалось интереснее, чем я думал. Так, кликаем дальше. Открываем. Так, о, публикации пока нет. Видите, я обрадовался, думал, о, сейчас мы тут пять человек просто за это раздадим курсы. Нет. Так, следующий у нас. Мы сейчас пять человек все равно наберем. Я надеюсь, что мы наберем. Так, во, вот тут прям сразу виден пост, видите? Все, в общем, понятно. Ну вот он пост, вот комментарий. Сегодня необычный пост, небольшое признание. Давно пришла к тому, чтобы работать с людьми как психолог. Ну, кстати говоря, у меня один из вариантов был, ну, типа, взять вообще все посты, которые есть, прочитать все комментарии. Но вот меня Света переубедила, что не стоит этого делать. Потому что, наверное, тогда это будет не очень интересная штука. Хотя, ну, лично я из чистого тщеславия, я бы, конечно, все бы посты прочитал. Рассказал бы, как все прекрасно. Так, хорошо, это наш второй участник. Он, соответственно, так, тут непонятно, как зовут участника, да? Джуля Гу написано, в общем. Ли Адлер. Так, это наш второй участник, условия тут выполнены, все хорошо. Так, дальше смотрим. Кто у нас тут? Наталья Чубарова. Так, ищем пост. Так, вот какой-то тут пост есть. Тени прекрасного. Дизайнер. Так, ну я буду три последних поста смотреть, наверное, да? Тут, похоже, нет никакого поста, да? Нет поста. Ну, закрываем. Все, оказывается, видите, интересное. Так. Д. Дереглазов. О, тут сразу видно, что пост есть. Да, сделан скриншотик. И написано, сегодня узнал, что можно выиграть участие в крутом обучении. Маяк решил участвовать. То есть пост есть. Это наш третий призовой участник. Так. Видите, оказалось, все не это самое. Вот интересно, а если эти участники... Они у нас попадают, получается, что если вот на тех, кого я уже закрыл, на них выпадет кто-то... Ну, мы их проверим, и будет пере... Ну, в смысле, если им выпадет малый или большой приз, то уже не считается, потому что они же условия не выполнили. Да. Вот, можно было, видите. Ну, тут, к сожалению, бот, ну, так вот эта табличка устроена, что она не позволяет нам удалить людей. Ну, пускай будут, в общем, разбавляют. Так, дальше идем. Нам еще пару человек нужно найти. Так, публикации пока нет. Закрываем. Нету и нету. Так, Лазер Ом. Четвертый участник, найдись. Злата Кирсанова. Так, смотрим, есть тут публикация. Так, какой-то портретик. Там что-то написано было. Где? Ну, где портрет? Там же был текст. Ну, был текст, да. Пробую рисовать рисунки карандашом. Вот, еще пробует рисунки рисовать. Так, здесь никакого текста нет. Здесь какое-то обучение, да, ну, походу, здесь тоже условия не выполнены. Эх, а я-то думал, 90 комментариев. Так, ну, три участника мы уже нашли, сейчас попробуем найти еще парочку, да. Так, Алла Яркова, ну-ка. И там есть. А, тут есть, да, куда кликать? Вот сюда, да, вот, картинка не сразу нам об этом говорит, но есть, да. Хочу учиться в Маяк 2022, и, в общем, какой-то текст. 10 лет исполняется в этом году, и столько же времени я подписана на Олега Матвеева на Ютубе, в живом журнале. Вот, ну круто. Так, это наш четвертый участник. Олег, написал участница
По-моему, она под номером 2 написала: Олег, есть пост. Так, номер 2, это которая? Вот это? Нет, сейчас. Как, какой у меня ник? А, вот, под номером 2, да, сама. Под номером 2, так, ну-ка еще раз открою. Вовремя написала. Так, а куда смотреть, как он называется? Ну, давай попробуем вот первый же, с конца, может, мы что-то не прочитаем. Так, тут какие-то кубики, не знаю где, тут ничего не написано про Академию. Где я не что вижу? Что там написано было? Где? Здесь же что-то. Да не было там что написано. Главный приз. Трам-пам-пам. Что мы Ну, я вот три поста пролистал, я не вижу. Ну, тогда свяжутся с нами. Может быть, что-то мы не видим, но нет поста. Да, ну, в общем, я поста не вижу. Как-то да. Вот здесь я в этих 4 аккаунта я захожу, и сразу очевидно, там первый пост, да, тут вот прям некоторых картинки, некоторые еще что-то прям сразу все написано. Ну, сейчас 5 участника. Ну, если что, в принципе, вот эти 5 участников, это, в принципе, выбрано было это так, пальцем в небо. Так, где мы тут остановились? Так, Аллу мы зачислили. Так, следующий какой-то с циферками аккаунт. Закрытый аккаунт вообще. Закрываем. Раз закрытый, то закрытый, как бы, да, не считается тогда. Так ведь? Все сложно, кстати, вон два раза этот аккаунт. Два раза комментарий написан даже. Так, еще раз. Так, ну и вот тут понятно. Вот пост есть с картиночкой. То место, где хочу учиться, прояснее на всех уровнях, что сейчас очень не хватает, жизненно важно, необходимо. Вот условие выполнено. Вот, это у нас получается 5 участников, которые получают вот этот самый маленький призочек, который называется курс «Как справляться с прокрастинацией». Это вот Дмитрий Скворцов, это Лия Адлер, это Дмитрий Дереглазов, это Алла Яркова или Яркова, и это Анна Озола. Вот, 5 участников наших, да? Вот, ну, соответственно, вот опять я тут уменьшил масштаб нашего окна. На самом деле комментариев тут на данный момент 92, в данный момент. Вот, кстати говоря, вот тут я смотрю, в последнем комментарии написано, у меня сейчас пустой аккаунт, и мое сообщение там крайне мало повлияет на что-то в этом мире, а вот что повлияет точно, так это я сам. На самом деле ничего не было написано про то, пустой аккаунт или не пустой аккаунт, да, было написано о том, что должен быть аккаунт, и что в аккаунте должен быть пост, который можно открыть и посмотреть. Ну, собственно, и все. Потому что, ну, что поделаешь. Может, в следующий раз, я говорю, когда я уже буду там такой прошаренный просто организатор всяких розыгрышей, я буду все эти условия точно проговаривать, что аккаунт должен быть какой-нибудь там не пустой и еще что-нибудь такое там и так далее. В данный момент это был просто эксперимент. И вот, и что получится, то получится. Так, ну все тогда. Тогда, значит, мы наши разыграли, вот эти, не разыграли, как бы определили, кто у нас там первые 5 участников, которые написали комментарий и выполнили все 3 условия. Вот, мы их показали уже. Сейчас будем разыгрывать малый приз. Вот, а малый приз — это у нас участие в первом модуле Академии. Это означает, что прямо вот сейчас вас технически подключат к Академии, и вы получаете доступ к альфа-модулю и к модулю «Ясное пространство». Очень, кстати, ценная штука, очень замечательная, очень сильно рекомендую. И, кстати говоря, если уж мы про это стали говорить, вы, наверное, знаете, да, что у «Ясного пространства» есть еще развернутая версия, такая, скажем так, да, называется, ну, старое название было «Соло-практика Уно», вот здесь вот по этой ссылочке находится, я вот в соцсетях там показываю, ну, вы же все равно в Ютубе подписаны, правильно? Посмотрите потом, узнаете, где это найти. Вот, это у нас будет на новогодние праздники. Кстати, зайдите по страничке, я написал для нее новый текст, новую презентацию. На самом деле сидел 2 дня, его сочинял, просматривал, делил на блоки. Я скоро отдельно сделаю трансляцию, где расскажу о ясной практике пространства и точки зрения. Это очень крутая штука. Я прям так хорошо с этим поработал, что аж сам теперь не могу дотерпеть до того момента, когда это все начнется. Так. Окей. Возвращаемся в наш экран. Да, сейчас мы будем разыгрывать малый приз. То есть мы нажимаем вот эту вот кнопочку, да, определить победителя. Угу. И по циферке смотрим. Ну, будем проверять, соответственно, да, выполнены все условия. Нажимаем? Да. Нажимаем. Пиу. Пиу. Вот. И мы увидели, а это как раз человек у нас номер 6. Мы проверяли, там условия выполнены не было. Угу.
Вот, так что кликаем еще разочек. Пью. Что такое? У нас теперь седьмой участник. Он точно случайные числа выдает. И у него были выполнены условия? Выполнены. Да, ну мы его проверили, он у нас, вот это один из участников. Да. Вот он, да, у него условия были выполнены. Ну, тогда, значит, вот. Он, получается, два приза получает. Ну, так уж сработал случайный генератор, хотя странно, почему он выдал два числа подряд. До этого я, кстати, тестировал, нормально выдавал числа, все было хорошо. Давайте его перегрузим, что ли. Ну, тем не менее, да, как бы то ни было, еще раз давайте этот аккаунт покажу. Вот он сейчас откроется. Вот аккаунт Дмитрия. Желаю всем счастья. То есть, Дмитрий, вы можете к нам, соответственно, написать. Вы уже попали на альфа плюс пространство. Да? Правильно? Свяжемся. Свяжемся, да, свяжемся. Так, возвращаемся на нашу страничку. Давайте я ее эксперимента ради просто перегружу, да, чтобы опять была как-то вот чистая страничка. Потому что сейчас у нас должна быть барабанная дробь. Сейчас мы будем искать самого ценного участника, самым ценным призом того, кто пойдет учиться на пакет практика. То есть, по сути, это вся академия, но без вот этой части, которая офлайновая. Тоже, кстати говоря, по этому поводу, ну, чтобы нервишки вам пощекотать. Хотя, кстати, не так много у нас зрителей, даже на удивление. У меня обычно в прямых эфирах людей приходит намного больше. Видимо, когда такая тема не очень интересная, 10 участников, что-то вообще невообразимое. Это когда это интересно, у меня было 10 участников, 10 зрителей. Вот даже когда я просто в эфир выхожу, просто так, у меня и то их больше всегда. Хотел сказать следующее, да, что было несколько отзывов или таких вопросов, ну, типа про то, что типа вот я не могу там приехать, не получается, а как у вас происходит занятие. Я как бы чисто по-человечески, конечно, понимаю, что, в общем, вы не обязаны следить за тем, как я организую обучение в академии и так далее, но про академию я бесконечное количество раз уже рассказывал. Я рассказывал, что на самом деле еще лет 10 назад мы практически все обучение организовали таким образом, что довольно большой кусок обучения происходит через онлайн. Ну, потому что обучение серьезное, длится оно долго, и там ездить каждые 2 недели или каждый месяц в Москву из Москвы, в общем, билетов не накупишься, да, поэтому у нас все обучение оптимизировано под онлайн формат, происходит на платформе GetCourse в виде уроков, в виде практики, в виде онлайн супервизии через Zoom. Ну и тем более вот сейчас, когда я раньше рассказывал, да, что когда вдруг случилась внезапно пандемия, на самом деле у нас в нашем режиме работы ничего не изменилось, кроме того, что у нас выездная супервизия, так называемая суперсерия, которая традиционно проводится на майские праздники, у нас в 2020 году она съехала. Ты же можешь его удлинить. Что ты себе? Он удлиняется. Удлиняется. Он удлиняется чуть ли не на метр. Это штативчик тут у нас. Короче говоря, он просто сдвинулся на суперсерию, она там была вместо мая, была в июле, что ли, я ж не помню. Да, так, в принципе, ничего не изменилось. Поэтому тот пакет, который вот сейчас будет разыгран, да, полное участие практик, это тот пакет, который делается полностью в онлайне. А дальше уж там, если, как говорится, вас поток вовлечет, пожалуйста, можете доплатить и там участвовать, приехать на суперсерию, да, и на все эти остальные мероприятия. Вот. Так, значит. Так, кто-то уже пишет, барабанная дробь. Да, барабанная дробь, правильно, да. Я сейчас окошко еще раз. Еще написали, что не идет трансляция в Ютубе. Не идет трансляция в Ютубе? Вот это, наверное, будет вероятное объяснение того, почему у меня 10 зрителей. Что за... Странно, что он не идет в Ютубе, ну-ка. Так, ага, она оборвалась через 2 минуты почему-то. Загадка. Трансляция закончилась 22 минуты назад. Ну, что-то глюкануло, значит, ребят. Я как бы... Значит, будем ориентироваться на то, что она в других соцсетях идет. Да, получается, мы в YouTube, просто я потом запись выложу, потому что у меня есть локальная есть запись. Хотя это очень странно, почему она там не идет. Да, вот я вижу отправка данных, да, live, и она действительно не работает. Ну, видимо перенапряглась вселенная, решила, что... Так, все ждут приза. Запланированные трансляции. Да я теперь вот заморочился на эту тему, почему не это самое. Ладно, мы потом просто запись выложим в YouTube, и все будет хорошо. Если вы нас в Инстаграме не увидели, хотя, по идее, все равно же розыгрыш в Инстаграме. То есть, по идее, тут у нас основной канал. Тут-то так просто запись.
Так, страничку еще раз я показываю. Да, теперь я хоть начал понимать, почему у меня столько этих зрителей мало. То я прям впал в замешательство, думаю, как это 10 человек меня смотрят, такого не бывает никогда. Так, видим страничку, те же самые 92 участника у нас, да, мы сейчас будем главного победителя определять, да, давайте показывайте экран. Вот сейчас мы нажимаем кнопочку, барабанная дробь, нажимаем, так, пиу, пиу. О, смотри, как круто, Ян Галицинский выиграл участие. Ого. Ян, да, поверь мне, я это специально не подгадывал. Ты просто оказался рандомно выбранным участником, который оказался победителем. Ура! Я очень рад на самом деле, потому что Что? Смотри, в Инстаграм это не тот комментарий. Комментарий не хотел. Комментарий, который не участвует? Ну, у него их 4 было. Может быть, мы его возьмем? Нет? Да что ж такое? А почему он не участвует? Потому что... Потому что это не тот комментарий, я хочу учиться в маяк. А, это не тот комментарий, который я хочу учиться в маяк. А, вон чего, да. Он... Здесь, да, здесь идет 4 комментария подряд. Один из них это тот, который участвует, да, остальных комментариев они не участвуют. Да, что ж такое? Все, откат. Облом. Ну, мы еще вернемся. Я думаю, с тобой еще пообщаемся. По поводу участия. Так, что у нас тут? Так, я сейчас опять вернусь в этот. Вот теперь у меня. Я страшно не люблю, когда у меня что-то. В технике не работает, потому что мне реально просто непонятно, с чего это вдруг у меня Инстаграм перестал работать. Вот теперь мы в эфире. Что за бред вообще непонятный? Теперь у меня 2 будет оборванных эфира. Ну ладно, я их потом удалю, просто изолью это видео целиком из этого самого. Так, ну да, ну в принципе Свет права, к сожалению или к радости, я не знаю, да. То есть то, что у нас есть определенные условия, какие комментарии участвуют, какие не участвуют. Потому что по идее можно было написать... много-много комментариев, да, и тогда это было бы, ну, несправедливо по отношению к другим участникам, потому что их, у них там один комментарий, да, а у кого-то там 20, например, да, и типа, ну и что теперь? Кстати говоря, интересно, а если человек написал 20 комментариев и в каждом написал «хочу учиться в маяк», то тогда? Нет, мы один принимаем. Один принимаем, а как мы узнаем-то? Ну, он же написал их 20, все... и вот в один из них попало. Все написали по одному, а он написал 20. Все лишние удаления. Ага. То есть там нет таких, да? Девушка пишет, я так не волновалась, даже когда замуж выходила. Ну что, снова нажимаю, снова показываю экран тогда, да. Так, возьмите Яна пишет, возьмите еще кого-нибудь. Ну, мы потом порешаем, кого взять. Я говорю, что я завтра планирую еще потратить день на то, чтобы почитать всех тех людей, которые там писали комментарии. Так, что, нажимаем еще раз? Давай. Пиу. Так, номер 61. У нас выпал. Хочу учиться в маяк. Так, проверить подписку. Тут есть даже кнопка специальная. Трам-пам-пам-пам-пам. Кто это у нас такой интересный? Гипнохакинг. А долго он будет проверять-то? Ну, можно... А, можно просто открыть зайти, этот... Да, зайти и посмотреть. Подписка наверняка есть, но сейчас посмотрим. Ну, конечно, она. Да, подписаться в ответ. Подписка есть. И пост, кстати, тоже есть вот сразу. Сразу я вижу маячок и догадываюсь, что условия тоже выполнены. Uh-huh. Вот, так что хорошо. Учение свет. Наблюдаю. Цель обучиться в академии. Так, ну давайте посмотрим тогда, полистаем вниз, посмотрим, кто этот наш участник. 61-й, да? Гипнохакинг. Ну, собственно говоря, вот я уже, да, подписчик. Все нормально здесь. Вот, вот наш тогда выигравший получается, да? Открываем. Хопа. Да, вот он пост. Здесь все написано, ну все остальное тоже очевидно выполнено. Вот тогда, тогда поздравляем, тут имя не написано, как зовут человека. Может написано здесь? Не написано. Но тем не менее, как бы все есть. Вот наш выигравший. Вот такие у нас победители. Так, ну все, а что мы еще должны сделать в плане выигрыша? Мы же все сделали, что хотели выиграть, да? То есть вот такой неинтересный у нас прямой эфир получился. То есть мы просто показали, то есть мы показали, что мы показали, да? Мы нашли 5 людей, которые абсолютно точно получают у нас курс «Как справляться с прокрастинацией». Это Дмитрий Скворцов, Лия Адлер, Дмитрий Дереглазов, Алла Яркова и Анна Озола. Да? Потом малый приз у нас выиграл, опять же, Дмитрий Дереглазов, да? Правильно я помню? Или уже вылетел из головы? Вот там все будет задокументировано. Вот. И главный приз у нас выиграл человек с ником Гипнохакинг.
Вот, разберемся заодно, что такое гипнохакинг. Вот. И что я хотел еще сказать, что на самом деле мы тут вот подумали с ребятами, поговорили на тему того, что ну как там, где, чего и чем людей награждать. И подумали, что мы, в принципе, всем, кто постарался и выполнил все условия, там не так много, видите, там много повторяющихся всяких вещей. Поэтому завтра мы пройдемся по списку всех участников, кто выполнил, кто сделал пост, там, подписался там и так далее. И мы вам всем предложим на месяц бесплатный доступ к тому, что называют вас ОМ-клуб. Я не помню, есть у меня тут для ОМ-клуба ссылочка. Ну, сейчас сходу нет. Ну, то есть ОМ-клуб — это наши еженедельные закрытые трансляции через Zoom, где мы обсуждаем все-все-все вопросы, связанные с обучением, связанные с тем, что происходит. И, ну, в общем, короче, все-все-все. Я думаю, что вам там понравится. И, в принципе, в ОМ-клубе можно участвовать. Там есть разные уровни доступа. Есть общий ОМ-клуб, где вообще любой человек, который практикует, чем-то интересуется, чем-то занимается, может поучаствовать. Есть ОМ-клуб для студентов. И есть ОМ-клуб ПРО, так называемый, это уже для выпускников. Вот. И у нас ближайшее заседание клуба будет в субботу. Там оно будет, кстати, совмещенное, там будет общий клуб и, в общем, встреча студентов «Маяк». Кстати говоря, да, если вы уже студент «Маяк», то, ну, во-первых, там понятно, что я думаю, что вы на Инстаграм и на Ютуб и так подписаны. Просто себе в календарик запишите, что 13-го в субботу в 12:00, то есть в стандартное время нашего ОМ-клуба, будет наша встреча в ОМ-клубе, где мы все с вами перезнакомимся и пообщаемся. Я отвечу на те вопросы, которые накопились, потому что ОМ-клуб, он там какое-то время в эфир не выходил. Вот, и это будет наша, собственно говоря, такая первая живая встреча. Там можно будет задать все вопросы голосом. Да? Мы делаем это не вот так, как я сейчас делаю, да, когда говорящая голова, а через Zoom. То есть там все говорящие головы могут голосом задавать вопросы, я посмотрю, что у нас в группах в Телеграме накопилось. В общем, все-все-все соберем в кучу и дадим достойный старт Академии. Вот, на этом, пожалуй, у нас все. Да, соответственно, все, кто в проекте поучаствовал, после этого момента мы уже, понятно, комментариев никаких не принимаем. Но те 92 комментария, которые были, всем вам придет уведомление с предложением вписаться в ОМ-клуб и поучаствовать в наших ближайших заседаниях. Вот, подписывайтесь на Инстаграм, там много еще интересного будет. Это просто первый наш был такой, первый блин. Не знаю, там комом он получился, не комом. Девушка благодарит, которая выиграла гипнохакинг. Пишет, ага, спасибо. Ну, спасибо. Вот видите, в прямом эфире даже вы были, это приятно. Вот, ну, соответственно, мы там все перезнакомимся. И подписывайтесь на YouTube обязательно. Это вот я у себя тут показываю. Жмите по кнопочке, у нас еще прямые эфиры, у нас еще не законченный остался проект ОМ-ответ, да, мы его будем заканчивать. И, соответственно, я там на ближайшее время, на остаток ноября, на вторую половину ноября, на декабрь, до Нового года расскажу, чем мы будем заниматься, где можно с нами встречаться и что у нас будет происходить. Вот из ближайших, кстати говоря, живых событий у нас в воскресенье еще лекция в культурном центре «Белые облака» в 5 вечера, это в воскресенье. Так что, если вы вживую захотите прийти, поговорить, там, не знаю, купить книжки, пообниматься и погулять, то приходите. Я не знаю, насчет погулять, я не знаю, там сейчас уже зима на дворе. Но, наверное, это тоже можно будет сделать. Все, всем спасибо. На этом у меня пока все. На этом наша трансляция завершена. Пока-пока.